Всем привет! Вы на телеканале Таковка ТВ. И сегодня у меня видео, которое называется «Поездка пони в отель Элеон». Первая серия. Давайте начинать. Ой, как долго я жду это такси. Когда же оно подъедет? Это моя карета подъедет. Так. Простите за опоздание, были небольшие пробки. Заходите, миссис. Я ваш кейс спажу. Ага, спасибо. А за опоздание вы проедете до отеля Элеона бесплатно. Большое вам спасибо, какой хороший город. Жум, 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 жум. Так, все. Вы приехали в отель Элеон, вот тут рядом на пробке. Так, спасибо, выходите. Ай, да, большое вам спасибо. Пожалуйста. До свидания. Да, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, аккуратно. Я приехала в ваш отель. Я уже оформлена. Ваш отель «Синий алмаз». А, да, вы, наверное, Флаттершай. Да, я Флаттершай. У меня 283 номер. А, да, сейчас. Секундочку, подождите меня, пожалуйста. Вот, держите ваш пропуск. Сейчас я его возьму. Ага, большое вам спасибо. А, простите, где находится мой номер? Ваш номер прям по коридору, вот там конец за углом. Вы сами его найдете. Ага, да. Спасибо. И до свидания. Всем тебе. О, вот и отельчик. Какой-то не совсем яркий. Ну, сойдет. Тут какие-то вещи лежат. Светильник. Кроватка на одном, в принципе, нормально. Надо быстренько размещиться и пойти на завтрак. Ой, сейчас. Сундучок. Сейчас откроем. Высыпем все вещи. Вот это на столик положим. Это тоже на столик наш положим. Тоже на столик положим. Закроем кейс мой, положим. А вот эти ожерельцы оденем на меня. Раз ожерельцы. Два ожерельца. Сейчас. Сейчас. Вот. Я готова пойти на завтрак сейчас. Только я кое-что там взбью себе кровать. Ой, кровать надо взбить. А то что ж я такая невнимательная. Как же я тогда на завтрак пойду? То есть как я буду спать? Простите. Все. Теперь надо будет пойти на завтрак. А, вот он, завтрак. Здравствуйте, я вас ждала, миссис Флаттершай. Садитесь за любой из этих столов. Сейчас вам завтрак будет. Хорошо, спасибо. А, я за это сяду. Угу. Подождите пару секунд. Я вам соединю столы, потому что вам огромная порция. На сейчас. Ну, не совсем огромная. Вот, пожалуйста, возьмите вот этот кексик. Вот этот напиток. Ой. Да, сейчас. Вам еще... В номер заказана еда, да. Сейчас можете идти. Через 5 секунд к вам придет горничная. Она уберется. Вы пока можете пойти прогуляться у нас где-нибудь. Или я не знаю, что вы хотите сделать. Я пока вещи свои разберу, да. Кстати, возьмите вот свежих фруктиков. Себе сейчас мы вам их положим. Вот, возьмите свежих фруктиков. Подносика нашего очень вкусная, свежая, с наших полей.
Ага, спасибо. Какие хорошие. Ой, какой хороший отель. Сейчас. Ай, мне все падает. Ай, как неловко я. Поставлю на столик свежие фруктики. Сейчас поставим. Поставим. Ай, поняшка, у меня упала сейчас. Тоже поставлю. Так, и посмотрю, куда можно пойти для начала. Так, у меня тут записочка вот есть. Так, вот. Можно пойти сюда. Угу. Так, ну, наверное, я схожу в парк. Хотя нет, парк я не хочу. А, вот, схожу в ресторан. Тут не батарейка, а ресторан. Вот в него я схожу сейчас. Сейчас. Так, сейчас. Пока горничная не пришла, сейчас возьму свой номерок и пойду. Продолжение ждите в серии номер 2.